В детстве я мечтала всегда, то есть я с детства занимаюсь спортом, бальными танцами, я чемпионка России, чемпионка мира по бальным танцам. Я всегда хотела стать чемпионкой России, хотела стать чемпионкой мира, но у меня второе место на мире. Собственно говоря, я и стала. После этого начала как бы дальше двигаться по своей жизни. И, наверное, то, к чему меня сейчас привело, я попала в такой реалити-шоу, проект был «Семь под солнцем» на одном музыкальном канале. Вот. И, собственно говоря, туда попала очень случайно. У меня просто подруга захотела туда попасть. И после этого она говорит, пойдем просто со мной побудешь. Собственно говоря, я с ней пришла, а ее не взяли, взяли меня. После чего у меня завязались знакомства. Я побывала там в этой во всей компании шоу-бизнеса. У меня появились знакомые друзья, которые меня начали приглашать на всякие разные съемки. И как бы вот это все меня и сподвигло, как бы, я думаю, вся эта ситуация. Потому что как бы я и танцевала, я всегда была творческая, спортивная. И вот эта ситуация, она меня сподвигла к тому, что я сейчас являюсь вот артисткой, певицей, ведущей, диджеем. И, собственно говоря, ушла в эту тютину прекрасную, мне любящую. И занимаюсь своим любимым делом.